quite just doing it. Yes, I will have to leave the room. Это у нас вайфайная прихожая такая в этом отеле. Только что прибыли, сейчас я вам покажу, как выглядят здесь комнаты, номера. Что у нас там? Так, что у нас там? 50 тысяч бумаг каких-то заполнили. Да, информация. Блюси Порто Калета называется, да? Блюси Порто Калета. Этот отель. Вот из этого холла мы вышли. Сейчас нам должны показать, где наш номерок. Так, бассейн есть. Уже интересно. Обойти бассейн. Карту нарисовали. Вот бассейн. Номер какой? Нормальный бассейн, только маленький. 1.50 м здесь. Значит, номер 90. Да, 90. А здесь для детей вообще, видишь, маленький. Здесь 90 сантиметров только. Так. Вон там я вижу 70. Что-то такое, 5. Сколько цена номера получается? 23 евро в день. 23 евро, да? Ну это нормально. Побожески. Побожески, да. Так, здесь. Единственное, интернета нету в номере, видишь? Нет. Опять. Вообще. Вон там что-то написано. 89. Вон там 89, значит где-то здесь. Наоборот тогда получается. А, вот он. А вот он, 90. Так, наверное, в эту сторону. Раз надпись, в эту сторону. Да заходи, какая разница. Если откроется, значит наш. Если не откроется. На себя, на себя. На меня. Да? Ни на тебя, ни на меня не получается. Не получается. Так, может быть в другую дверь? Сейчас. И в другую, и в третью. Не, это чужой номер. Да ладно. Но это наш не может быть. Только чужой снова тот же. Ты думаешь, два входа в один номер? Постоянно какие-то. Может, надо в эту сумку? Постоянно какие-то непонятки. То двери, то замки, то автобус. А, во. О. Сейчас, подожди. Секунду, подожди. Да, еще раз надо открывать. Подожди секунду. Надо еще. Двойная дверь. Не ломай. Ага. Ура, 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 ура. Так, проходим. Проходим. Странный, интересный номерочек. Так, ничего не видно. Свет есть у нас? Так, дай-ка я сейчас покажу. Нет, как это, света нет. Вот есть. Друзья, в общем, вот такой номер. Это все-таки сюда дверь была. Вот такой номер. Сейчас я тебе включу. Тут все есть. Просто надо спокойно. Спокойно надо найти. Значит, начнем отсюда.
Вот номерочек у нас. Здесь какие-то двери. Не знаю, куда они ведут. А, в шкаф. Это шкаф у нас. Так, вот такая комната идет. Получается, он двух типа местный. Ну, в смысле, двух, не двухместный, а двухкомнатный. И вот здесь вторая комната, это типа зал, если так говорить. Как видите, диванчик стоит, журнальный столик. Тут еще один столик, тут еще один диванчик, дополнительные стульчики. Это, скорее всего, для того, чтобы вот здесь на улице сидеть. Вот в этой вот пацио или патио, как называется у них, это ерунда. Здесь типа такая кухня. Так, плитка даже тут есть. Вроде работает она. По крайней мере, лампочка горит. Микроволновка есть. Это что такое? Это шкаф. Тут разные посуды. Здесь тоже разные посуды. Так, ну здесь, в общем, я думаю, понятно, мусорки. Кастрюли есть. А холодильник-то даже есть. Ничего себе. Слушай, нормально это номер. Тут и холодильник есть. Да. Не какая-то моя. Не молюсь. Не просто маленькая комната. Так, здесь у нас такая душевая. Сейчас проверим, идет ли горячая вода. Да, горячая вода идет. Напор не очень сильный, но вода идет горячая, сразу идет потом, то есть без этих левых движений. Мыло, стаканчики, такие вот дела. Так, ну что, все вроде. Вот такой номер, находимся на острове, как у нас этот остров называется? Фуэртавентура, 22? 23 евро стоит такой номер. Могу сказать, если относительно брать, то это недорого. Единственное, здесь нету интернета. Как видели, интернет есть там, на этой, в холле в этом. То есть в общаке надо сидеть. Но это обычное явление на этих Канарских островах у меня, поэтому я не могу уже давно нормально добавить новое видео на блог. Вообще новый этот материал добавить не могу. Но само место красивое, хорошее. Единственное, что когда сюда едешь, кажется, что ужасно просто все выглядит, какие-то прерии. Но доехав сюда, уже понимаю, что все очень даже здесь хорошо, очень даже мило. И, естественно, здесь рядом, вот там вот океан. Такие вот дела. Что пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.